Арктику освободили от мусорного плена. 40 тонн отходов собрали участники отряда «Гандвик» на нескольких северных островах. Студентам удалось очистить от хлама остров Букер, а также землю Александры. Сейчас отряд занят уборкой на территории федерального заказника «Земля Франца Иосифа». Всего в этом сезоне собрано более 8 тысяч тонн мусора. Вывезенные отходы пойдут на переработку. Напомним, организатором проекта является национальный парк «Русская Арктика». Для проведения генеральной уборки прибыли студенты нескольких вузов Северо-Западного федерального округа. Предполагается, что все участники студенческого отряда «Гандвик» вернутся в период с 17 по 20 сентября.